Приветствуем на нашем канале всех наших подписчиков и гостей нашего канала. Да? Парни, сегодня будет видео о том, один подписчик попросил, как варить угловой шов вертикальчиком, рутиловым электродом с отрывчиком. Да? Внутренний именно угол, внешний у него, он говорит, нормально получается, а внутренний, у него проблема следующая. Он когда варит вертикальчик, да, снизу вверх поднимает, потом шлак оббивает, у него металл получается по бокам, да, слева и справа, а посередине такое, ну как кратер, не провар, да, получается, не сплавление. Мы попробуем эту проблему решить, я сейчас попробуем поближе показать, чтобы было видно, какие я движения делаю. И, коллеги, еще хочу сказать, если вы варите два листа металла, вот так в стык, да, в первую очередь варите внешний стык, внешний. Заварили, и тогда уже варим внутренний, потому что внутренний его очень сильно тянет. Металл сложит, понимаете? Внешний шовчик пробежались, дали остыть металлу, и тогда только приступаем к сварке внутреннего угла. В общем, давайте, парни, настраиваемся и погнали. Так, парни, ну давайте варим. Я буду по ходу сварки пояснять мои движения. Да, погнали. Двоечка, он металл очень тоненький, поэтому тут, чтобы избавиться от шлака, можно этот, побольше току ставить, да? Ну, много току тут тоже не поставишь, потому что двоечка, металл очень тоненький. Ну, здесь вертикалом варить очень, как бы, просто. Он шлак стекает вниз, и металл хорошо видно. Я надеюсь, тебе, коллега, будет видно. Вот такими движениями накладываем, накладываем, и все. Побольше даем остывать, потому что металл тонкий, да? Наложили, электрод оторвали, дали остыть чуть. И дальше вот так вот продолжаем. То есть я на правой стенке зажигаю электрод, влево провожу и отрываю. Справа-влево отрываю. Справа-влево отрываю, да? И вот такими движениями потихонечку поднимаем вверх. Я 90 ампер поставил, электрод у меня троечка рутиловый. Ну да, я надеюсь, будет все видно и понятно. Мы тут камеру поставили как надо. Так, как просил наш подписчик, камера снимает сверху, да? Я думаю, все будет четко. Вот когда мы уже заходим до самого верха, это уже здесь еще сложнее. Усложняется тем, что верхняя кромка может легко плавиться. Поэтому здесь даем еще подольше остывать. Тут уже придется точками, потому что если чуть передержать, все оплавится. Аккуратненько точечками вот так вот. Очень тонкий металл, двойка, конечно, что тут говорить. Ну все, готово. Парни, оббиваем шлак, да? Я опять, как вы видите, без очков, но я дал ему полностью остыть, полностью. Хотя давайте одену очки, а то будете опять на меня там ругаться, что очки я не одел, да? Давайте я отломаю, в углу очень сложно шлака выбивать. Парни, вот видите, вот такой примерно результат должен получаться. Это все просто надо набивать руку. Вертикалом очень легко варить. Для меня, вот с моим опытом, да, вертикал самый простой стык. Самый простой, потому что шлак весь уходит вниз, металл очень хорошо видно, накладываем, накладываем, и все получается четко. Он еще просил поварить вот в таком положении, в горизонтальном, да, внутренний и внешний стык. Но это мы уже сделаем, когда с отпуска я вернусь.
у меня сейчас перед отпуском такой период, и работа. И мы работаем с двумя компаниями, «Острием Россия» мы работаем, и «Восток Сервис», они обещают нам предоставить одежду. Там многие в комментариях просили показать одежду для сварщиков, в чем лучше работать, в чем лучше не надо. Вот. Но это уже все будет перед отпуском. Поэтому у меня сейчас вот такое вот все. И туда надо поехать, и сюда, и там надо быть. Я уже как белка в колесе. Парни, ну давайте, надолго не прощаемся. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в телеграм-канал, ВКонтакте в группу добавляйтесь. В инстаграме меня можете найти. В общем, я есть везде. Давайте, парни, увидимся в следующем ролике.